Смотрите, вот у нас получились вот такие две розочки. Это у нас, вот я ее называю открытая роза, когда, если бы мы смотрели на бутон сверху. Вот, а вот это у нас закрытая роза. Если бы мы смотрели на бутончик наш сбоку, тогда вот наша серединочка, и вот лепесточки идут один за одним. Здесь тоже, смотрите, все закрыто, видите, ничего нигде не выглядывает. И вот так аккуратненько нужно вот все спрятать. И здесь точно так же. Вот такие разные розы вы можете делать.